Всем добрый вечер, ребята! Второй. Шикарнейший ужин. Буду орать. Я в своем доме. Да. Закон о тишине слышал? Нет. Он на меня не распространяется. Да. Будьте любезны. Тоже. Будьте любезны. Ребята, просто запах был от курицы неимоверный. Я заставила Вована достать. Я говорю, я не могу. Он говорит, ну вот будешь жрать сырую. Не знаю. Надеюсь, что нет. У нас, кстати, еще положила рис с печеночкой, остатками былой роскоши. Так, ну-ка посмотрим. У нас, кстати, вот смотрите, курочка. Вкуснота. Прям. Да. Еще также вот как-то кто-то назвал в комментариях, что это вот бутерброды с какашками. Нет, это бутерброды с грибной икрой. Да, она вот такого вот вида, да. Может быть, не очень красиво, но очень вкусно. Также у нас еще, смотрите, морковочка по-корейски и баклажанчики с перчиком, да. Холодное пивко на ужин. Так, я проголодалась. Я проголодалась. Спасибо. Спасибо, мой любимый, мой родной. Да, это у нас лимонад. Такой вкусненький. Ну что, попробуем твою курочку. Так, кстати, часть курицы у нас еще дожаривается. Да. Ну, а это вот, они были такие самые зажаристые кусочки. Сейчас, если крови не выделится, то, в принципе, все хорошо. Ну, уже. Да, я и так. Готова. Полусырая. Какао полсырая. Да. Горячее сырым быть не может. Конечно. Да. Так что ешь и не обляпайся. Приятного тебе аппетиту! Вам не блехворать. Да. Он даже не поздоровался. Вот как с таким человеком жить? Я не знаю. За него надо просто пить. Давай, за тебя. За все хорошее. За просто за хороший вечер. Ребятки, за приятную компанию. Что-то духовка работает, я прям вся раскраснелась. Ужасно. А скоро духовка будет работать. Духовочку. Выключить? Да. А что, уже все? Да. Всего-то 2 минут не хватило? Двух, а уже 10 минут. Давай еще пару минут. Хорошо. Пускай пару минут, чтобы наверняка. Выключай. Точно? Она дойдет. Ты уверен? Ты уверен? Не будешь потом говорить, что она сырая? Не выключай. Выключай, выключай. То есть там булькает даже. Пускай точно? Булькает. Точно? Сказал, выключай. Выключила. Все, успокойся. Ешь спокойно. Все, пускай она у вас там доходит. Не так там 220 градусов стоял. Он прям жарился там. Сопин-сопин. Ну да. Он майонезный, я бы сказала. Не, нормально, курица, вон. Все хорошо, дожарилась. У меня хорошая. Да? Да. Она не пережаренная, а самая нормальная. Ты не уверена? Сок белый. Ты уверена? Сок белый и не пересушенная. Причем, кстати, огромный плюс. Вкусно. Она настоялась, курица, промариновалась. Здорово. Мяско. Самое простое. Чё? Дома жарко. Мяско как? Мяско хорошее, я тебе говорю. Ну, смотри, видишь, сок белый, не красный. И мяско очень сочное, хорошее. Самое вкусное в этой курочке кожица. И так вот это убираешь. Смотрите, вот так вот раз. И тут у нас чесночок. Как же это вкусно. Господи, спасибо, что ты создал еду. Еду. Вот так вот противень целый наделаешь. И все. Можно целую неделю питаться. Считайте, как это жареная курица. Ну, по сути, жареная и получилась, да? Да. Там главное, жир весь вышел. Угу. Из курицы. Лишний. Угу. Ну, что, что я майонез сверху нахерачил? А все равно вышел. В чем здесь? Ну, не знаю. А ну, короче, это нифига не диетическое. 40 минут стояла.
220. Ну там, кстати, снизу очень много жира выделилось. Причем это выделилось из курицы и из майонеза, угу, в том числе. Сверху осталось только вкусно. Давно мы что-то морковки не ели. Конечно, утверждать не будешь, что там полезное. Я сказала ему так, а там вообще не полезно. Но жира 10. Полезно, если бы мы делали с грудки. А бедрышки это такое себе. Полезности заканчиваются в коже. Не, хотя мне кажется, и бедра можно делать диетически. Хотя нифига нам это надо. Ну что, там на диете? Нет. Мы наслаждаемся. А все самое вкусное обычно не полезное. Так что если вы тоже любите покушать, ставьте этому видео лайк. Печенка полезная? Печенка полезная. Все полезное, что в рот полезло. Все полезно, что в рот залезло. Или как там говорят? Хотел сейчас скачать остатки серии Чикадзилла, ничего не вышло. Там еще 3 серии осталось. Сериал. Угу. Вот прикиньте, сколько лет его ловили. Вообще жуть. А все из-за того, что просто быстро хотели закрыть дело. Некоторые личности. Угу. И при этом мешали остальным. Угу. Даже расстреляли одного невинного. А, вообще, жуть, прикиньте, мужика невинного. Из-за того, что, типа, у него дача рядом. Из-за того, что у него судимость. Бойтесь. Я прям удивляюсь. И так вот и, к сожалению, невинные люди погибают. Так у нас следствие идут. Ну да. Искать лень? Шлень? Козла отпущения. Все. Mm-hmm. Слушай, как у нас бюджетно получилось-то. Ты, Петра, на 300 рублей. А считай, и тебе на работу, и нам на ужин. Отлично. Рис немножко отварил. И бы вышли еще бюджетнее. А если бы не? Если бы пришли раньше. Если бы 90 лет при... Mm-hmm. Ну, это да. Опять же, можно вот акцию увидим такую, например, купил, морозилку закинул, все. Я прям любительница акций. Прям приходишь в магазин и смотришь за ценниками. Мне там одна женщина писала, не, типа, ни на что вы не ходите на рынок за мясом, там, молочкой и прочее. Во-первых, у нас нету рядом рынка. Вот. И чтобы до них добраться, нужно далеко ехать. Это раз. Это раз, да. Во-вторых, ради какой-то, не знаю, экономии, смысл куда-то ехать. 10 рублей, которые. Ну да. В итоге проезд туда-обратно как раз и потянет. Вот. А то, что сейчас в супермаркетах, сейчас практически то же самое, что и на рынках. А на рынках что? Не блин, известно. Ну да. Как оно было выращено? Я ничего и как. Чьи яблочки-то, да? Mm-hmm. Ой, я уже честно, я на рынках уже лет сать ничего не покупала. По-моему, последний раз только в Таиланде. Или в Сочи. Ну то в Сочи просто. В Сочи. Из-за того, что пришли. Мне кажется, это раньше, знаете, вот старое поколение, когда в магазинах ничего не было, а вот только на рынках можно было найти. Вот все такие, рынок, рынок, рынок. А сейчас... Вот честно, приходишь, только деньги имей, ну все, все, что хочешь, купишь. Даже фермерские продукты продают. Вон, спари вот эту вот штучку такая, перед мясом-то, перед сыром-то. Mm-hmm. Фермерские, молочка. Так что нет смысла сейчас бегать по рынкам. Нет, если у вас удобно, если вам это нравится, то, пожалуйста. Я не вижу смысла там полдня тратить ради того, чтобы купить что-то на рынке. Нет, дело в том, что в разных городах по-разному. Это
все обстоит. А вот на какой рынок у нас ехать? Мытный, уже раздолбанный. Я уже даже не знаю. Какой-нибудь канавинский. Он уже как торговый центр сам. Угу. Вот. Это раз. Плюс канавинский там уже. Там уже цены это дороже, чем в супермаркетах. Вот, вот. Я даже нет смысла. Сейчас магазин. У нас вокруг дома три огромных магазина. То есть не просто там какие-нибудь маленькие, а именно большие, хорошие такие сетевые. У нас одного Спара, два гипермаркета рядом. Помимо Спара. Угу. Еще есть Магнит и Пятерочка. Угу. Большие. Угу. Еще вот всякие вот мелкие это вот эти вот. Что там еще? Там, ну, как он? Что? На остановке-то. Там какие-то тоже мясные. Ореховский. Да, еще тут Фурочка тоже недалеко есть. В общем, все, что надо, все есть. Все, что угодно. Угу. Мы очень удачно живем. Сытная лавка плюс. Угу. И так далее. Раньше у нас магазин был очень хороший. Дальние и дали. Там продавали мясо, свинину. Дешевле, чем Спаре. Да, дешевле, чем Спаре. Причем оно было как это на производство. И очень так, знаете, хорошо упаковано, свежее постоянно. В вакууме было. Да. Вот там нам очень нравилось. Но жалко, очень закрыли этот магазин. Типа, как нам сказали, что в вашем районе он не рентабельный. Да-да-да. Ну, мы закрыли. Печалька. А мы туда постоянно ходили, закупались. Мясо. Раньше, кстати говоря, мясо мы закупали, например, у всех прок. Помнишь, у нас такое было время, когда мы ходили в этот, в Ленту, ездили типа, вот там дешевле, помнишь? А потом посчитали, посмотрели цены вообще даже в Ленте. Вот, поняли, что нифига не дешевле. Стало. Да и хочется мяса, вот, например, свежего, которое вот не мороженое. Вот. Одно время ходили в дальние дали, а потом вот все, Спар и Спар. Мне кажется, каждый человек ходит туда, где поближе. У нас таких рынков нету, как в некоторых городах. Там действительно рынок так рынок. Нет, да ладно, у нас что, нет нормальных рынков? Мне кажется, есть. Не есть. Но они цены. Далеко. Цены. Ну да, вот здесь же Птица, говорят, хороший рынок. Да. А цены? Но нам даже Арктиз далеко. Но пока доедешь. Как в Сочи, например, рынок. Помнишь, да? Угу. Там цены. Не как в магазине, скажу. Угу. Ты хорош курица получилась. Ну, туда стоит ехать. А у нас? Там, кстати, говорят, на этом рынке продается лапша. Как в Питере. Я понял. Вьетнамская. Угу. Зачастую у нас цены на рынке либо кусать выше, либо такие же, как и в супермаркетах. Угу. Смысл ездить. Угу. Раньше было, да, хорошо. Ездили. Слушай, ну среда рынка вообще неплохо. Ездили на Комсомольскую площадь на рынок. За консервами. Там были дешевые сигареты блоками, кто-то брал и прочее. Сейчас уже все, это уже отошло. Я помню, как я курила, блоками покупала. И много так курила. Слава богу, бросила. Вот сколько? 7 лет я уже не курю, даже больше. Нет, 7. В 2014 бросила. В июле, по-моему, почти. Нет, после этого не вообще. Я прям рада. Кто-то там, знаете, на вейпы переходит, снюсы и это прочее. Мне кажется, те же яйца, только профиль. Слушай, ты вообще никогда в своей жизни не курил? Даже не пытался? Какой тебе смысл? В армии не предлагали? Какой смысл? Не знаю. Это я тоже не знаю.
Ну, типа, чтобы... Типа, ван, курить будешь? Да. У меня свои. Не-а. Хочешь кури, хочешь нет. И тебе не предлагали в армии? Зачем? Не знаю. Мне кажется, там все курят. Перекур? Угу. Типа, чтобы не работать. Угу. Кто? Не было такого? Не, у нас было такое, что типа, кто не курит, перекур. Кто не курит, дальше работает. Ну тут хочешь, не хочешь, да? Закуришь, чтобы не работать. Были такие, кстати, начинали курить. Угу. Ради того, чтобы не работать? Да. Ну, я не из таких. Ну, правильно. Горжусь тобой. Нет. Мне кажется, если бы ты курил, я бы не смогла. Все-таки вот дурной пример, когда рядом заразитель. Я прям так рада, что нашла человека близкого, который не курит. А все остальное зависит от силы воли. Я думала, что я не смогу. Ну, смогла. Почему так легко? А вот насчет похудения уж, извините, пока не хочу. Люблю пожрать. В то время, когда все курили, угу. А я якобы работал. Якобы? Ну да. С нами это было, когда нас выделяли в Маринку. Угу. А зачем нас туда выделяли? Мы, они приезжали с гастролей. Для оттуда ли. Или уезжали куда-то в гастроли. Сейчас выделяли как грузчиков. Грузить. Вот декорации, реквизит, прочее. Это помнишь, как вчера? Двух парней. Вот. Посильнее. Вот. Выделяли туда. Угу. То есть искать это все. Ну а в театре что можно? Найти много чего. Особенно если тебе скоро домой. У тебя терять нечего, да? Не, дело-то не в этом. А что? То есть ищешь для формы, ткань нужна была. Причем не, блин, абы какая. А шелк или бархат? Лучше бархат. Бархат в магазине стоил тогда 800 рублей метр. Откуда у солдат такие деньги? А в театре бесплатно, да? Матрос. А в театре этого там добра навалом. Угу. Просто где это взять? Ну, с кем договориться. Вот. При каждом театре есть такая портниха. Пошивочная или портниха, которая чинит это все. Угу. Починяют рукава. То есть, шивать какие-то костюмы там, еще что-то. Угу. Костюмы все из бархата, и шелк там, еще из каких-то тканей, да. Другой раз, и купер. Вот. То есть, у них ткань была. Угу. Пока все купили, я договаривался. Договаривался? Да. Потом просто мне давали ткань, и все. Это я взял 1.2 метра черного бархата. Вот. Полтора метра синего, угу. Темно-синий такой бархат, вот, и 5 метров мне дали шелк. А что ты взамен? Ничего. Ничего? Что тебе, за красивые глазки? Ну, в молодости прям вообще зайка был. Вот сейчас он страшно старый плешивый обезьяна, а молодец был красивый. Мы же там работали. И что? Ничего. Как дом не хворишься, так и будет. Скажем так. Ты даже договариваться умеешь? А что я постоянно везде лезу? Давай ты договорился. Применяй свои красивые глазки. Вот так вот. Что, дедай? Дедай. Весьма. Кстати, очень вкусный икра. Точнее, не икра, а как лечо.
Это... Алибек назвал это, знаешь, как это? Говорит, похоже на аджику. Нет, Алибек, это лечо. Кстати, еще кофе. По сути, как лечо. По вкусу, да. Кстати, Алибек, привет. Ну и что там у вас было? Там шили форму. Кто бы не ушел, тот съел. Давай. Я себе отрезал на форму сколько надо. Так ты говорил, что тебе надо первый кусок. Остальное отдал. Остальным, да? А там пускай делят, как хотят. Угу. Пускай дальше курят. Плюс обычно искал, где кухня. Так-то. А там что? Как что? Бро. Как что? Ну, что есть? Вообще, я считаю, в жизни надо быть... Что можно шустрее взять на кухню? Театр. Кафе. Или театр. Да? Ну, что? Чтобы нету в матросской столовой. Ой, не знаю. Глаголь. Естественно, что консервы. Кстати, надо нам консервы уже открыть эти. И не всегда завтрак туриста. Угу. А мясные. А то и рыбные. Надо нам уже консервы эти открыть. И то стоят эти консервы. Мы никак все не откроем. А им ничего не будет. Долго. Это же спай. Угу. Он годами лежит на мне просто складах. Нифига мне нет. Понятно. Правда, потом галеты в рот не вломишь. Ну и если подержать в чае, то ничего так можно грызть. Так вот. Так, у нас помыло эту сеть. Так что вот. Понятно, Сима. Договорился. В театре, как, блин, правило, там же одни эти артисты, балерины и прочее. Они тебя не жрут. Ну, скажем так, да. У них столовые, вот в ихней, да? Или как там называется? Буфет. Ну, естественно, вот, блин, тех, кто там работает. Mm-hmm. Там салатики какие-то, да, очень много видов. Это супчик не, блин, на мясе, а обычный. На воде? Да. Я бы не смогла быть. Свекольничек там или еще что-то такое. Я бы, мне кажется, не смогла быть балериной. Хотя, кто знает. Вдруг во мне умерла красивая балерина. Мясо было только в тефтелях. И то две вот таких маленьких давали. Вот. Так что... Доедай. Так что доедай. Я уже вижу, ты так это пристраиваешься. Да, к морковке. Да. Я уже пристроился. Да ты уже так наглека ее пожрал. В итоге практически всю ты ее съел. Обязательно, да? Тебе нельзя такую. Да, конечно, мне нельзя. А тебе, значит, можно, да? Угу. А тебе все можно. Хорошо устроился такой, а? Все ему можно, мне ничего нельзя. У нас тебе нельзя. Кофе тоже нельзя. Подлей. Чуть-чуть. Шушуть. Хорошая, кстати, вот эта вот Балтика. Мягкая. Мне нравится. За кадром. За кадром. Давай. За кадром. Да, у нас это не пропаганда. Вот так. Это лимонад, дети. Если вы дети, это лимонад. Груша. Вот. Ситро. Ситро, да. Буратино. Буратинка, да. Дюшес. Да, да. Ну, давай за дюшес. А люди взрослые, конечно, поймут. Так что вот, как-то так. Да. Это был квас очаковский. Угу.
Мягкий. Пшеничный. Для окрошки. И главное, что не прикалывайся. Что-то вот сейчас вот жарили. Уже прям духота вообще. От духовки. Так что вот. Кто-то курит, а кто-то что-то ищет. За тех, кто... Ищет, да? Да. И находит. За предприимчивых людей. Я бы сказал. Вообще помню, так недели увольнение. Была такая штука в Питере. Какая? Тогда еще были ларьки. Вот. В каждом ларьке, где продавалось пиво, принимали бутылки. Mm-hmm. Пустые. Вот. Я уж не помню такого, что бутылки. Если можно было сдать. Mm-hmm. Баляешь денежку. Еще берешь. Мы, конечно, как делали? Покупали, причем много. Вот. Потом это все, что выпили, сдавали. На похмел было. И еще брали. На похмел. Нет. Ну так вот, круговорот бутылок в природе был. Ладно, все. Харе. Воспоминания. Мусолить. Неинтересно это. Хотя, может, для людей, которые действительно служили, вот это прям да. Скупая мужская слеза. Вспомнить, как же это было весело, да? Да. Я что-то... Так вот. На что-то, самом деле было что-то весело. Что-то я раскраснилась вообще. На улице, в комнате, на кухне прям жари. Не у всех, конечно, но у большинства, именно тех, кто служил в армии, армия проходила весело. О, почему я просто красная, а ты равномерно бордовый? Загораю я так. Загораешь? А ты нет. А у тебя аллергия? У меня аллергия, да. У меня, кстати, реально вот у мамы была аллергия на алкоголь. Но она как не аллергия, у нее просто это пятнами. Это называется... У нее такое раз пятно, вот такое здесь. Вот, здесь это дав... от давления. Причем, ты знаешь, локально. Не просто вот целиком. Да, есть такое. Вот. А вот именно это, пятнами. Все, отлично поужинали. Шикарная курица получилась. Легко, главное, просто. Раз, раз, все. Там еще она лучше стала. Да. Там прям можно кости прям так вот есть, так. Как собачка. Не надо. Я и так на твои кости поглядываю. Думаю, надо обглодаться. Да, да, да. Он вчера, кстати, камеру за выключил. Обглодаешь. Он вчера камеру выключил, а я у него вчера это кости от рыбы обгладывала. Обгладывала. Она не. Это все вырезала. Да. Я бы не включил камеру. Компромат, я врезаю. Надо меня тут компрометировать. Ну, люблю я косточки обсосать. Ну, люблю. Любитель я. Косточки. Да. Да, да. Все, давай, заканчиваем. Ладно, мои дорогие, всем спасибо, кто с нами поужинал. Всем хорошего настроения. Чаще улыбайтесь, улыбка продлевает жизнь. Всем спасибо, всем пока.